И всем привет, с вами Ростиксон. В этом видео я расскажу о том, как торговать на спотовом рынке смартфона на бирже Gate.io, ну а именно в приложении биржи Gate.io. Видео про торговлю спотовыми рынками на компьютере уже есть в моем плейлисте, где более 40 видео и где вы, скорее всего, найдете ответы на ваши вопросы. Но если у вас будут вопросы, то вы сможете задать их сюда, в комментарии. Мне в личку, если перейдете в мой телеграм-канал, там вы увидите мой контакт. Или в чате биржи Gate.io, где очень дружная комьюнити, крутые админы, которые всегда вам помогут. Главное, задавайте прямо-таки конкретный вопрос. Но сейчас стоит вопрос о блокировке YouTube. Мне так кажется, что его попробуют заблокировать. Поэтому первая причина, почему вам стоит подписаться на мой телеграм-канал, YouTube могут заблокировать, так что переходите по ссылочке, подписывайтесь. А вторая причина, я считаю, более важная, потому что в телеграме у меня гораздо больше информации, гораздо больше, чем на YouTube, так как просто некоторые темы, которые я выкладываю, могут устареть буквально через 10 минут. Там я выкладывал, нужно было просто заполнить Google форму, чтобы получить вайтлист в крутом проекте. И, скорее всего, он попадет на CoinList, а я просто отправил Google форму. И там, в общем-то, я выкладываю все, в чем я участвую, и что мне нравится, какие-то интересные посты, мысли. Так что переходите, там много всего интересного. Напомню, то, что биржа Gate.io входит в топ-7 бирж мира. Спасибо им за поддержку. А также вы можете зарегистрироваться по ссылочке в описании и получить отличную скидку на торговой комиссии 20%. Кстати, максимальную, насколько я знаю. Так что регистрируйтесь. Еще раз коротко расскажу о спотовом рынке. Называется рынок, на котором финансовые инструменты, такие как криптовалюты, продаются с немедленной поставкой. При покупке криптовалют на спотовом рынке вы обмениваете один актив, например, фиатную валюту, на криптовалюту. При покупке вы становитесь владельцем купленных монет или токенов, или некоторой их части. Но это, в общем-то, понятно. Текущая цена криптовалют также может называется спотовой ценой или ценой, по которой вы можете сразу купить и продать актив. Спотовая цена постоянно меняется, потому что участники рынка все время создают свои ордера на покупку и продажу актива. Если спрос со стороны покупателей больше, чем со стороны продавцов, то цена, как правило, растет. Но, грубо говоря, спотовая цена – это последняя цена, по которой был продан актив. И то есть, так как сделки идут постоянно, эта цена последняя меняется, и вот примерно так. Так, теперь же перейдем к делу. Как же начать торговать со смартфона? Для начала скачаем приложение Gate.io, если еще не скачивали. Авторизируемся. Мы находимся на главной странице. Чуть ниже есть панель навигации. Нам нужна вкладка Trade. Переходим туда. Мы видим стандартный интерфейс спотового рынка, ну, который немного отличается от сайта, для экономии экранного места. Сверху мы можем выбрать криптовалютную пару, посмотреть графики. Кстати, ролик про работу с графиками уже есть на канале. Здесь такой же интерфейс, как на ПК. Мы также можем кастоматизировать график под свой вкус или потребности. Чуть правее мы видим вспомогательное меню, которое позволяет нам внести или вывести деньги со спотового кошелька, ну и другие различные настройки, о которых расскажу как-нибудь позже. Чуть ниже мы можем выбрать тип операции, купить или продать. Также задать цену, за которую мы хотим купить, продать, и количество крипты. Или можем с помощью ползунка купить, например, на 25% от банка или на 50% от банка. В общем, то, что мы хотим. Главное, ну как я считаю, не надо туда-сюда просто так продавать. Скажем, если вы там раз 10 туда-сюда продадите, купите, то это уже будет чувствительно для вашего депозита. Вы уже ощутите комиссию. Поэтому, ну как бы, покупайте с умом, вот примерно так. Пролистав ниже, мы можем увидеть панель, на которой мы можем посмотреть историю операций, статистику, в общем-то, графики и полную информацию о криптовалюте, которую вы торгуете. Кстати, я уже говорил о том, как важно знать все о криптовалюте, которую вы покупаете. Так, а на этом все. Спасибо за просмотр. Не буду вас сильно загружать. Приходите в мой телеграм-канал, регистрируйтесь по ссылочке в описании. И удачи, будьте аккуратны. Это самое главное.